Так, ну, сегодня тот самый день, Леон в магазе и, секундочку, скины футбольной команды 13 штук. Что? Что? Они вот так будут? Лол! Ребят, я реально люто от этого офигел. И на секундочку представил. А прикиньте, если бы это не были бы какие-то ноунейм команды Латинской Америки. Я просто их реально не знаю. Не, ну как, я знаю некоторые команды, но... Ну блин, ну многие, во-первых, я не знаю. Во-вторых, вы можете вообще... Какие Латинской Америки? Где мы, а где Латинская Америка? Это же... Вы что, гоните вообще? Вы не могли нормальных добавить, что ли? Я не понимаю. Где Барселона? Где Криштиану Роналду, который не любит Кока-Колу? Я его за это ненавижу. Где они? Где Лионель Месси тут? Вот это что ли? Или это Лионель Месси? Или может вот это Лионель Месси? Но это уже старый Лионель Месси. Короче, пацаны, я хочу скины. Блин, прикинь, как было бы круто. Здесь Динамо Киев, Ювентус, Челси, Мансити, сборная Англии, которая собака выиграла Украину. Короче, блин, это было бы круто. Серьезно, прожимай лайк, если хочешь, чтобы разработчики ввели реально здесь сборную, не сборную, или сборные и футбольные клубы. Вот это было бы реально жестко. Я, короче, за это, пацаны. Не знаю, как вы, но я реально хочу, чтобы здесь были, ну, на самом деле, крутые разные, типа, клубы. Капец. Капец, как я бы хотел. Вот серьезно. Вот реально. Если ты тоже хочешь, кстати, на превью я уже придумал превью в виде концепт-арта. Это концепт-арт, короче, если что. Если что, это концепт-арт. И вот я бы сделал все скины, не знаю, бесплатные вообще. Вот, типа, вот. Или очень дорогие. Вот, или сделал бы Барселону очень дорогую, вот там 1000 гемов, ну, потому что она реально хорошая команда, а все остальное, ну, говно. Вот, поэтому... Ладно, это шутка была. Ребятки, ладно, от слов к делу. Выглядит вот этот функционал шикарно. Просто шикарно. Вы еще и можете все испытать их. За это разрабам отдельный респект, за то, что их можно все протестить, испытать, покатать, не покупая. Это респект. Но, как видите, они все, по сути... Типа, по сути, просто такой вот скинчик, в котором поменялось ничего. Кроме вот шмоточек перерисованных. Больше вот смотри, чем отличаются этих два пацана? Да ничем, просто как бы, ну, просто они разных цветов и все. А, ребят, под прошлым роликом я говорил, что сколько лайков мы наберем, сколько тысяч лайков мы наберем, только у нас и будет, собственно, победители. Я сейчас хочу зайти на свой тот ролик и посмотреть, сколько лайкосов мы на самом деле набрали. А мы там набрали на данный момент 13 тысяч лайков. Челики, я как обещал, пацан сказал, пацан забыл и простил. Ладно, я говорю, и я пытаюсь всегда делать. Поэтому новый скин динозавра Леона я разыгрываю. Боже, мне не верится в это. 13 таких Леонов. И, кстати, а сколько этих пацанов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Не может быть, реально. 13 тысяч лайков. Это не я придумал. 13 тысяч лайков и 13 этих чуваков. То есть, вы помните, да, под прошлым видосом я говорил, сколько тысяч лайков набираем, столько Леонов разыгрываю. Там 13 тысяч лайков. И здесь 1, 2, 3, 11, 12, 13. Совпадение? Да, совпадение. Вот. Поэтому, короче, ну что, это беспрецедентная тема вообще. Просто, ну, типа трэш. Я не знаю, сколько мы будем это разыгрывать. Я не знаю, сколько победителей будет отписываться. Но я разыгрываю 13 вот этих типов. То есть для вас. Выберем из вас 13 победителей. Вы сами сможете себе выбрать нужный скин. И также 13 вот таких вот Леонов. Таким образом, все очень просто. Подписочка прямо сейчас. Код Аурума в магазине прямо сейчас. Подписочка на мой лайв-канал. И на мой реакционный канал. Обязательно. И в Инстаграм переходим. Подписываемся на Инсту. И оставляем под последним постом комментарий. Сделаем так, да? Под последним постом оставляем комментарий. И мы разыгрываем это все дело, например, через, я не знаю, наверное, воскресенье 11 июля. Уже очень-очень быстро, поэтому успей поучаствовать. Блин, ребят, ну что, ладно, заговорился я. Просто я в шоке был. Давайте начнем тестить вот эти все скины. Я их все прямо сейчас куплю на ваших глазах. Наверное, мне надо гемасов докинуть. Давайте гемов докину и куплю это все дело. Так, ну что, поехали. Почему покупаю 2000 гемов? Потому что понимаю, что мне 614 не хватит. Покупать меньше на основном аккаунте бессмысленно, потому что я еще буду донатить. А 2000 при условии, что ты будешь еще донатить, очень важно. Так, ну что, блин. Ох, вот это кайф сейчас. Вот это сейчас все скины купить, блин, ребятки.
Первый пошел. Новый скин Шелли Бока Хуниорс. Бока Хуниорс, эту команду я знаю. Скин мастер лиги Латинской Америки. Мне кажется, опа, галочки, я люблю галочки. Так. Надо всю коллекцию собрать, это понятно же, да? Ну, мне. Новый скин Шелли Америка. Скин мастер лиги Латинской Америки. Пойдет. Давай еще Шеллюньку. Удинезе, да? Тоже знаем такую команду. А, нет, это Универсидад де Чили. Такую я не знаю, я думал, это Удинезе. Так, Ривер Плейт. Кольт Ривер Плейт, сюда иди. Поехал и дальше. Кольт. Серопьенто. Вот это, говорят, самый топовый кольт, на самом деле. Посмотрите на него пушки. Кстати, напиши в комментариях, какой скинчик тебе больше всего зашел. Ну, на самом деле, лол, у него у всех кольтов одинаковые пистолеты. Я такой, вот этот самый крутой. Знаете почему? Потому что пистолеты. Типа, вот другие не такие. Вот этот самый топовый. На самом деле все прикольные, я не знаю. Я сейчас давайте все куплю, а потом составлю свой небольшой топ и куплю Леончика, конечно. Вы поняли, да? Разыгрываю 13 Леонов, 13 скинов, чуваки. А, и блин, обязательно, обязательно отписывайтесь. Ну, в плане, пишите мне, когда я вам напишу, ты выиграл. Заходи в Инстаграм периодически, чекай мою страницу. Потому что прошлого Брол Пасса, ребятки, реально по сей день. Еще один написал, два осталось. Два чела жду по Брол Пассам. Это смех, это реально смешно, капец, типа, блин, мы, вдумайтесь просто в это. Мы определили победителей, все четко, классно, офигенно, разрабы ждут, кому бы дать Brawl Pass, а они не пишут. Ты прикинь, такая дичь вообще. Так, Динамайк есть, новый скин, Лига де Кито. Хорошо, Гвадалахара, тоже что-то знакомое, но команды такой не знаю, вот, ну правда, блин. Пожалуйста, сделайте здесь офигенные, блин. Ну, так было бы классно, если бы были, ну, какие-то европейские команды. Ой, я придумал, европейские команды. Да, Динамо Киев обязательно, вообще. Бело-синий самый сильный. Вот, это было бы реально офигенски. Офигенски. Красиво. Красиво. Та-ра-та-та-ра-та-та-та-та. Так, ну, давайте просто я буду говорить, какой мне больше всего Шелли нравится. Из Шелюнек. Наверное, красная. Мне красная. А ты пиши в комментариях, какая тебя. Давайте топ сейчас небольшой составим. Мне красная Шелли больше нравится. Так, ну, этот челик... Ага, вот их четыре. Ну, мне зеленый, конечно, вот этот нравится, но и... И... ладно, я выберу... Не знаю. Вот это тоже нравится. Вот это, наверное, да? Вот этот. Ну, фиг знает. Все одинаковые. Хотя ему вот под волосы подходит, когда у него есть что-то красное. И под пистолеты. Поэтому зеленое не катит красному. Вот так прикольно. Или... Это как Спартак, реально. Мне кажется, это Спартака. Там реально, если рассмотреть, это не River Plate. Это Кольт Спартак. Сейчас найдем Динамайка ЦСКА. Вот это вот, Фламенго, это ЦСКА, стопудово. Кони. Ладно, я не за коней и не за Спартак. Так, по Динамайкам, ну, мне, опять же, вот этот, ну, вот этот реально мне больше всего нравится. ЦСКА мне больше всего нравится. ЦСКА. Так, вот он, университет. А я думал, это Удинезе. Это, знаете, буква У, короче, как монстры, как их называются, блин, монстры университет. Боже, блин. Я забыл, там, ну, монстры. Я забыл, как называть. Монстры на каникулах. Нет, не то, не монстры на каникулах. Университет монстров. Вот так, по-моему. Там тоже такая буква У. Так, ну и по этим челам. Так, опять красный. Я не знаю, почему, но нет. Ну, вот это тоже классный. Вот этот классный, на самом деле, да. Вот этот прикольный. Вот этот прикольный. Свой топчик тоже напиши. Ну и Леня. Покупаем Леню. Кстати, золотой бомеха мы не покупаем, потому что мы не набрали 50 тысяч лайков. Сорян. Давайте под этим видосом попробуем полтос набрать. Если получится, я обязательно его куплю. Видите, 50 тысяч монет у меня есть, но этот. Давай, Леня. Это офигенно. И вот, слушайте, Леоном для справедливости чисто ради хожу, одну каточку сыграю, просто чтобы похвастаться всем. Ну, потому что, блин, ну, правда, 824 кубаса. Хотелось бы, наверное, это делать, но так и быть. И, кстати, скин бы зайти на легендарный аккаунт. Да, давайте еще зайдем на легендарный аккаунт, там его купим. Опа. Зайдем на легендарный аккаунт. Здесь я, мне кажется, сейчас... Блин, он офигенный. Это скин вообще, вот это топ. Футбольные скины, да, это типа прикольно. Кстати, все призы вы получите в денежном
эквиваленте. Все вот 26, боже, 26. Софа, прости меня, пожалуйста, 26 победителей. Ну, по-любому не все отпишутся. Капец. Типа, ну, в любом случае, участвуйте, ребят, участвуйте, потому что я офигеваю. Вы выигрываете, но просто об этом не подозреваете. Я не знаю, я вам пишу, короче, и вы... Ой, и вы не отписываетесь. Я в шоке. Так, а что, они все затимились, типа? Я не пойму. Типа, или что? Ага, хотят меня зажать. У меня новый скин, алло. Нас 10, у меня новый скин. А, ладно, тимимся. Все, все, тимимся. Тимимся или нет? Тимимся. Прекрати. Сучка, нет! Да, блин! Я так и знал, я же затимился. Я затимился и в нее стрелял. Ладно, перейдем давайте на... Блин, сливку базы, капец. Перейдем на легендарный аккаунт, там тоже купим скинчик. Так, мой легендарный ак. Типа, вот так вот, чтобы купить этот скин, сначала разблокируйте бойца. Ага, хитро. Ну, кстати, хоть замочки мы с вами увидели, видите? Не зашли бы на это так, не увидели бы эти замочки. А так как эти персы, скорее всего, у всех моих подписчиков есть, ну, типа, реально, вряд ли же у вас нет вот этих персов, то это прикольно увидеть такие замочки. И никак не заберешь. Но испытать все равно можно. Так, что тут у нас есть? Купим, значит, гаджет, очевидно, обязательно. Это, кстати, прикольный гаджет. Я вчера о нем рассказывал. А что тут еще? Не дай бог мискликнуть по редкому бойцу. Это будет трэш. Листаем дальше. Вот он, скин на Леона. Ты моя бусинка. Я реально очень люблю этот скинчик. Оно такое вот. Такое вообще просто. Так, это я со Степой так разговариваю. Привычка осталась. Ребзы. Короче говоря. Что я могу сказать? Конкурс на 26 победителей. Такое бывает крайне редко. Сколько это у нас? 490. Ну, в принципе, суммы бывают и побольше, но победителей так много бывают не всегда. Поэтому обязательно участвуйте. Кудаурум магазин, напомню еще раз условия. Кудаурум магазине подписка на вот прямо сейчас лайк, вот сейчас на видос. Подписка на канал Аурум ТВ, подписка на Аурум Реакшн, подписка на Аурум Фэмили. И в Инстаграм переходите тоже, само собой, подписка и комментарий под последним постом. Договорились? Давайте. Поехали! Скины прикольные. Но я хочу Динамо Киев. Где Динамо Киев? Суперсел. Динамо! Динамо!